Сегодня, 1 сентября, в школе номер 2 состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Поздравить школьников с началом учебного года пришли почетные гости. От имени правительства Пензенской области министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан пожелал школьникам успешной учебы и новых свершений на благо родного края. Глава администрации Сергей Златогорский поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке школы к новому учебному году. По областной программе на условиях софинансирования в школе был проведен капитальный ремонт. Мы постарались сделать по максимуму все для того, чтобы подготовить, создать условия для хорошей учебы. Сегодня у вашей школы новая крыша, которая никогда не потечет, новые туалетные комнаты, новая входная группа, еще много что нового. Но самое главное, в этой школе всегда очень хороший, крепкий коллектив и учителей. И, конечно же, ученический коллектив. Всегда вторая школа была в лидерах по городу. По многим показателям, я уверен, что и в этом году она будет в лидерах. А вот эта вот молодая смена, которая вливается в коллектив второй школы сегодня в лице 86 первоклассников, это будет, наверное, вообще гордость всего нашего города. Желаю вам хорошего учебного года, дорогие мои, потому что он непонятно какой может быть, там всякие вирусы над нами летают. Но я думаю, мы проявим максимум организованности, привьемся от гриппа. Учителя, коллектив школы поработает над тем, чтобы здесь никакая нам напасть не помешала учебному процессу. И все будет у нас хорошо. Добрый путь, дорогие мои родители. Помогайте своим детям хорошо учиться, а потом будете им гордиться. Праздничные линейки прошли в этот день во всех школах города. В этом году в учебных заведениях Кузнецка за парты сели более 9 тысяч учеников. Впервые переступили порог школы около 1000 первоклашек.